Молодец. Ну, в принципе, сделала она все, и придраться к чему-либо было сложно. Даже вот если я буду говорить объективно, потому что мы всегда стараемся смотреть на ошибки всех. И после выступления обязательно всегда с девочками просматриваем видео. Вот и сейчас на ковре Анна Бессонова. Это ее выступление со скакалкой. Составлено оно совсем недавно под украинскую национальную музыку. Удачи, Аня! Ошибка в конце, но догнала скакалку. Хорошо, молодец, Аня, независимо от того, что вот в конце была такая ошибка, просто таракан.